Привет друзьям, знакомым. Хочу немножко продолжить вчерашнее вечернее видео. Я снимала вечером про самореализацию. И вот сейчас еду в машине и решила немножко продолжить эту тему. Дорога у меня немножко будет длинная. Еду, кстати, в один интересный магазин. Кто в Америке живет, наверное, знают серию этих магазинов. Называется Body and Works. И я еще там поснимаю в этом магазине для всех. Там есть одни интересные такие штучки, которые я бы посоветовала в нынешнее время приобрести для женщин особенно. Но я покажу потом этот магазин и что я там хочу конкретно приобрести. И может быть кому-то это будет также полезно. Вот. Возвращаясь к вчерашней теме, хотела буквально пару слов еще добавить о том, что самореализация это такая вещь, она может быть очень разносторонняя. Сейчас вот просто хочу поделиться тем, что я вот сейчас открываю для себя также, что сейчас такое время новое, когда возникает очень много всего нового, разных новых направлений, о том, что мы раньше не могли даже себе подумать, представить, то сейчас можно это реализовывать. Например, можно выучиться быстро на какую-либо даже профессию по онлайн. Ну, наверное, не все профессии можно выучить по онлайн, но во всяком случае, вот, например, я хочу освоить что-то для себя новое в плане ароматерапии. И вот сейчас случайно наткнулась в интернете на такую тему, хочу изучить для себя, например, потому что очень часто в последнее время стала обращать внимание и даже покупать аромамасла разные. Вот, оказывается, они имеют большой спектр действия на людей, на их здоровье, на психику и вообще на все. Хочу изучить этот вопрос, и вот сейчас буду изучать. Вот, углубляться в эту тему ароматерапии, что это такое вообще. Я просто как из одной из направлений, да, чем можно поинтересоваться, изучить, если есть какая-то минутка, какой-то там 10-15 минут в день уделить этому внимание и поизучать какие-то вопросы, которые вас интересуют. Неважно, в это направление очень какое-то известное, популярное, или, может быть, это не очень известное направление, например, как ароматерапия, ну, по-моему, она как бы известна, но не так сильно это развито, да, то есть мы мало знаем, что это такое аромамаслах, мы очень имеем скудную информацию, так же самое и я, поэтому хочу изучить больше, например, этот вопрос, да, может быть, он мне пригодится в моей личной жизни, использовать это, например, для своего дома, для своего здоровья, но почему нет, да, то есть просто какая-то новая тема интересная. Вот так же самое и в любой другой области можно изучить, реализовать потом себя, если это направление будет нравиться, оно будет с вами как-то гармонировать, да. Потому что все мы разные, всех есть разные таланты, направления в жизни, и к чему их больше, как бы, чем больше тянет, чем бы они хотели больше, в какой сфере вот развиться. Поэтому действительно, как бы, желаю всем нам дерзать, как бы, исследовать, испытывать и доброго держаться, да, то есть все исследуйте, доброго держитесь. Ну вот, как-то хочется так стараться исследовать, изучать и брать для себя что-то нужное, полезное, и то, что поможет нам с вами себя реализовать в этой жизни, сколько кому Бог дал времени, да, на это, кому-то там 70 лет, кому-то 50, кому-то еще сколько-то, но сколько бы Бог не дал каждому жить на этой земле, пусть каждый из нас действительно сможет реализовать тот потенциал, который в нас заложен, порой мы даже, наверное, не знаем до конца, что в нас заложено, какой потенциал мы имеем. Вот я как бы желаю себе и всем, вот кто меня сейчас слышит, реализоваться в той сфере, в которой вы хотите. Начните просто изучать какой-то новый материал, читать, слушать, смотреть. Просто как реагирует ваша вот душа, сердце на какую-либо информацию. Вот, так что
ободряю всех: ищите и найдете, стучите и отворят. Так говорят Священные Писания. Ну все, мои хорошие, хорошего дня и хорошего настроения. Пока-пока.